Чудеса преображения во всей красе представлены в Зале искусств Центральной городской библиотеки. Тарелки, вазы, сувенирные яйца и много еще чего, что приносит в каждый дом индивидуальность и уют. Авторы работ Ирина Козак и ее команда из «Мельницы идей», популяризирующая декупаж в Авантеевке. Самое сложное, пожалуй, это техника, что касается малых предметов, малых форм. Эта техника называется двухшаговый кракелюр, венецианские трещины. Достаточно капризная техника, там нужно выдерживать обязательно температурные режимы, там нужно выдерживать время. Учитывается момент подсыхания лаков. А самая простая это техника классического декупажа. Дружба с дизайнерскими материалами у Ирины началась после школы. Постепенно увлечение переросло в профессию и работу. Если на исполнение сложного замысла нужны дни и недели, то простую фаянсовую тарелку можно украсить в технике декупаж за час или два. Обучиться азам искусства можно бесплатно во время проведения выставки. Мастерицы проводят мастер-классы каждую пятницу в 17 часов и в субботу с 10 до 15 часов. Стараюсь рассказать на своих мастер-классах практически все секреты. Если мастер-класс посвящен классической технике, подсказываю людям некоторые ходы и даже добавляю из других техник, так чтобы было, чтобы мастер-класс прошел интересно, незабываемо. Все работы, представленные в экспозиции, авторские, то есть второй такой нет. Выставка «Чудеса преображения» будет действовать в Зале искусств Центральной городской библиотеки до 30 января. Анна Пыльсина, Сергей Денисов, Светлана Климова. Новости города.